Привет, привет, Юля и Марина. А знаете, куда мы сегодня едем? На клубнику. Мы едем собирать клубнику. Да. А вы знаете, как она растет и где? Да. На грядке. На грядке. Вот мы посмотрим сегодня грядки и будем собирать. Будем кушать витамины. Да, да, да. Итак, поехали. И лошадка. И попы. Ну, да, конечно. Да, 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 да. Сейчас проедем мостик, вот мы уже подъезжаем. Я когда еду, Вера, больше 200, у меня стекло просто забивается мошкарами и комарами. Вот как это я медленно еду, видишь, смотри. А когда вообще полностью белок один. А вот грядки. Плантации, да? Сейчас будем собирать. Ты же, Юля, да, ты ни разу не была, ты первый раз. Сейчас нам дадут корзинки. Клубнику. Хорошо тебе. Идемте. Уже третий раз она. За корзинками будем искать. Сегодня не очень жарко. Нету солнца, поэтому я думаю, нам будет комфортно. Где же они? Будем искать. Какие фигурки красивые. Это клубничная корова? Да. Такая яркая. Как настоящий размер. И лежачая корова есть в форме скамеечки. На ней посидеть, отдохнуть можно. Ничего себе клубника! Вы бы лопнули, если бы такую скушали огромную. И клубничный мишка еще стоит. Выше вашего роста. Смотрите, какой огромный. Он уже, наверное, школу заканчивает. Я не настоящая. Идемте за корзинками. Будем собирать. Смотрите, я уже вижу клубничку. Какая красивая. Боже мой, спелая. Клубника. А там сколько? Вот сейчас будем собирать. Идемте корзинки возьмем. Юль, ты залезла на корову, как на лошадку. А тут постель, чтобы мне 24 часа спать. Да, ночевать можно здесь. 24 часа в поле. Да, клубничном. А еще могу вот так сидеть. Или вот так вот. Ой, по-разному можно. Или даже вот так вот. Ну, так, как на лошадке. Корова в шоке, какие у нее глаза. Покорми ее, покорми травкой. А, она лежа ест. Ей лень, она лежа кушает. Хорошая бычок. Тут даже есть лестница маленькая. И можно прыгать. Ой, там еще корова. Идем. Посмотрим на эту корову. Ее можно подоить, Юля. Подоить можно по-настоящему. Так доят коровку настоящую. Вы даже не знаете. Она ест травку, а потом дает молочко. Высокая. Деткам витаминки. Высокая, конечно, она в полный рост, эта корова. Ну все, идемте за корзинками. Я не могу дождаться, лежим. А вот и корзинки. Бери сколько хочешь. Сколько нас собираем? Написано к
килограмм в коробочку получается, в корзинку помещается 2 килограмма, я так понимаю. Сейчас мы выберем какую-то не очень колючую какую-то. Вот такая вроде бы. Выбрали корзинку. Юля, держи! Ну что, ты уже нашла что-то, Юля? Первый урожай у нас есть. А вот впереди красивые такие. Срывай. Свеженькие. Вот Саша обрадуется. Обрадуется, она собираешь братика тоже. Смотри, какая маленькая смешная. Угу. Классно. О, большой. Приятное занятие, правда? Приятное занятие. И я нашла. Сидит здесь, смотри, какие красавицы сидят. Под листиками. Я очень собираю очень маленький. Юль, ты помнишь, когда я вела занятия в группе, в детской группе с маленькими детками? А у меня и вот когда я спрашивала у деток, где да, растет клубничка, помнишь, что мне детки отвечали? Она растет в магазине, в супермаркете. А когда я спрашивала, а рыбка где обитает, где живет рыбка? А какая-то девочка сказала, в аквариуме. А мальчик сказал, рыбка живет в холодильнике у нас дома. Так что не все детки знают. В море живет. В море живет, да. Ну, маленькие современные детки привыкли, что все покупают в супермаркетах. И не знают, где что по-настоящему растет. Что на кустах, что на дереве. Марина, пробуй, вкусная? Дегустируйте клубнику, Юля. Почему? Ты боишься, что она не мытая? Мама, она не мытая. А вот у меня сколько уже? А у меня вот столько. Покажи. Одинаково пока кажется. А мне не кажется, никого у меня даже больше. Вот я маленькую нашла тоже. Маленькая она очень сладкая, я думаю. Да? Такой сорт. Ничего, сколько тут. Не, я так думаю. Держи, еще две. Целую корзину насобираем. Даже больше. О, ну ты уже достаточно собрала? А Мариша, ну бери, бери. Бери с корзинки, бери. Давайте я вас покормлю. Давай. Давайте, вкусно. Давай. Ой, какая вкуснятинка. Она вот и плохая. Плохая? Да. Ну возьми другую, смотри, какая красивая. Да. Вкусно, прямо в поле. Ой. Держи. Она держи сама. Марин, у тебя даже маникюр, красные ногти под клубнику. Ты специально делала? Да. Сама. Сама сегодня, да? Вот, как раз под цвет. Кушай, кушай, свежая. Идемте дальше собирать. Здесь их очень много. Вот какие красавицы висят. Какие красавицы. Куда не посмотришь. Она не такая. Профессор. Идемте вперед. Там еще так вперед очень много у нас. Здесь же разные сорта просто. Бери, Марин, корзину. Корзину бери. Собирай, собирай. Полную должны нас собирать. Я буду идти и кушать.
начался дождь, придется нам бежать. Все бегут куда-то под навес. Вот сколько успели, столько и собрали. Сколько взвесят, посмотрим, сколько стоит. И сколько оно взвесит? Сейчас посмотрим. Посмотрим, сколько. Интересно. Danke sehr. Super. Tschüss. Итак, взвесила мне 4,90 за килограмм на 7,52. То есть меньше 2 килограмм получилось. Ну, нормально. Нам на семью. На 2 дня хватит. А я вас искала. Держи зонтики. Хорошо, вы тут придумали от дождя себе. Держи, Марина, свой зонтик. Ой, как прикольно у вас. И дождь не капает. Я не хочу мокнуть. Да, детям все равно, дети на поле все равно бегают. Всем море по колено, детям дождь. Ну что, вы будете здесь сидеть? Да, конечно. Пока дождь не закончится. Окей. А я буду бегать. Ну что, вам понравилось собирать клубнику? Да. Приедем еще? Да. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на колокольчики и всем пока. Жмите на колокольчик и всем пока. А мы будем за вас кушать клубнику. Пока-пока. Да.